Привет! Вы на канале «Яхты на колесах». Меня зовут Антон, а мы в Германии на выставке «Караван-салон Дюссельдорф». И сегодня у нас обзор «Авивы» прицепа от «Адрия». В целом «Авива» у нас в России бестселлер, потому что это доступный прицеп, такой самый низкий сегмент ценовой, но при этом прицеп маленький и попадает в B-категорию. Но обычно мы это говорим про 360 DK. Она прям со свистом прилетает в B-категорию, но сегодня мы поговорим немножко о другой модели. Авива 563 PT, планировка у нас сегодня, и это тоже очень интересный прицеп. Он, конечно, побольше, но как раз таки, если вам надо попросторнее, то это, возможно, ваш вариант. И он тоже проходит в B-категорию, потому что вес прицепа 1,5 тонны. Ну, тут может быть 1800 тонн, но стандартно, если там все как бы по опциям это все подсобрать, так, чтобы было 1,5 тонны, то вот 1,5 тонны, и, соответственно, если ваш тягач, какой-нибудь кроссовер, весит от 1,5 тонн до 2, то это все еще будет B-категория. И это как бы круто, при том, что уже все-таки машина у нас побольше. Его длина этого прицепа, вернее, прицеп побольше, длина 7,5 метров, 7,59. Ширина 2,46 и высота 2,59. И у нас все так же здесь 6 спальных мест, но точнее даже может быть 7. Еще плюс одно опционально. Мы идем внутрь смотреть, как все это устроено. Не могу сказать, что в этой линейке 23-го года представлено что-то особо новое вот в этой линейке эконом как бы, у Авивы, но это мелочи, типа новый текстиль. Вот новый текстиль во всех машинах появился. Кстати, вот так выглядит вообще в целом линейка текстиля на данный момент. Вообще для каждого прицепа представлены здесь на стенде свои варианты текстиля. Вот это как раз Авива, которую мы смотрим сейчас. То есть можно быть вот такое решение, такое, и вот мы сейчас, в которой находимся, в ней вот такая ткань. И это сочетание шторок и подушечек. И для каждого, для каждой представленной модели здесь есть свой такой стенд. Но почему мы все-таки зашли и делаем обзор? Потому что я лично еще вот с этой планировкой у Авивы не сталкивался. И я думаю, что вам тоже будет интересно. Я не помню вообще на наших каналах, канале встречался ли этот конкретно прицеп. Планировка интересная. Мы заходим и прям сразу попадаем в такое большое свободное пространство. Здесь у нас столовая группа. Диван вот так вот углом расположен. Естественно, стол опускается. И здесь получается 2 спальных места. Длина 2 метра этого спального места. Ну, там, может, 1,90 м, 10 сантиметров плюс-минус, соответственно. А ширина 110. Такое не сильно большое, конечно, спальное место, но считается двухместным в целом, особенно если это 1,20 м, ну, тут 10 сантиметров туда-сюда, это вообще полноценно как бы уже считается такая минимальная двуспальная кровать. За моей спиной вы, конечно, видите еще одну кровать, это такая основная спальня в передней части. Здесь у нас размер кровати уже 140, 140 тоже на 2. Причем вы можете заметить, что даже вот здесь еще есть место, и можно пройти в ногах к шкафчику. Сбоку есть небольшой шкафчик с полочками, наверху тоже полочки. Все, здесь розетка 220 вольт, вот эти гибкие фонарики с USB-розетками, 2. У каждого в основании есть USB-розетки. И сбоку такая еще тумбочка, шкафчик есть с правой стороны. Конечно же, спальня от остального жилого пространства, штора просто на подхвате, закрывается вот таким образом. Кухня. Весьма большая рабочая поверхность. Справа от вот этого блока мойка и плита есть место. И вот в этом вырезе еще место. Дометик. Плита с электроподжигом. 3 огня. И этот же единый блок металлический является раковиной. Внизу у нас никаких особо ящиков выдвижных нет. Все просто, лаконично. Шкаф.
Раз шкафчик, два шкафчик. А ящики решены вот таким образом. Это икеевские лотки. Это вот несколько лет назад представили такую концепцию. Вот мы можем даже видеть здесь наклеечку Икея. И это на самом деле классное решение в таких прицепах, потому что подобные лотки часто у людей стоят дома. Есть мебель, которая как бы совместима. И вы можете прямо, если вы часто путешествуете или там даже редко путешествуете, все равно у вас вы можете прямо дома сложить эти лотки, в шкаф там поставить, потом перенести себе внутрь прицепа и вместе с ними поехать, не перекладывая сто раз вещи. Когда у вас, например, дети, это немаловажно, там всякие игрушки и так далее, разово сложенные в таких лотках. Куда-то перенесли, переставили, все взаимозаменяемо. Это реально удобно. Холодильник. Холодильник Тетфорд, 140 литров объем, ничего особенного, стандартный, как мы его часто встречаем. Газ, электричество 220-12 вольт, наверху небольшая полочка и внизу. Внизу еще есть дверка, тоже push-open система, места для хранения вещей. Под кроватью у нас расположена печка. Печка Трума работает от газа и от электричества. И двигаясь дальше, мы попадаем в еще одну такую детскую спальню. Или, возможно, это подойдет еще для какой-то компании друзей, которые любят друг с другом путешествовать. Но все-таки, когда надо, чтобы много людей спали раздельно, это отлично. Такая трехъярусная кровать. 70 килограмм нагрузка максимальная на верхнюю кровать, на вторую, ну а последняя лежит на полу, на нее нет ограничения по весу, но в целом это все еще одинаковые кровати, я так понимаю, что ну, 2 метра их длина, а ширина 76-77, ну по сути такая 80 сантиметров кровать, если округлить немножко. Наверху надо мной есть люк, сзади у нас, собственно говоря, расположена печка, здесь мы включаем, чтобы она работала у нас от газа, впереди на кухне есть кнопка, которая включает подогрев там, воды от электричества и так далее. Сзади гардероб, и на этом примерно прицеп заканчивается, если не считать того, что справа у меня остался санузел. Санузел, надо признать, достаточно просторный для прицепов, это вообще редкость, потому что концепция прицепов, она ну, не очень рассчитана на то, что вы пользуетесь душем, потому что явно вы не в активном путешествии находитесь на прицепе, а приехали, у вас есть кемпинг и нормальный большой человеческий душ. Но здесь он прям просторный, большая достаточно душевая кабина и туалет, раковина. То есть вот такое прям полноценное помещение, ничего никуда не трансформируется, шторки задвигать не надо, прям все как у людей. Единственное, запас воды у нас все-таки 50 литров. Это максимум, почему-то во всех прицепах вот такой бак стоит. 50 литров и 20 литров серая вода. Небольшой такой бачок. Ну, вот тут уж как-то так. Ни один прицеп из этого класса, и вот, по крайней мере, у Адрия, все они с 50-литровым баком чистой воды. И напоследок еще один приятный момент. Я здесь обнаружил Адрия вот этот медиа-контроллер, медиа-плеер. И это очень классно, потому что обычно в таких экономах все-таки не ставят этот медиа-плеер. А здесь он есть. Это возможность слушать музыку вот во всем жилом пространстве. И мы даже можем сейчас это проверить. Я подключил телефон по Bluetooth, и вот, пожалуйста. Можно проверить, вот музыка играет из колонок во всем прям пространстве. Это мой микрофон. Снаружи по правому борту у нас кассеты биотуалета, они здесь все заперты, но я предполагаю, что здесь у нас, поскольку туалет Тетфорд, стандартная 20-литровая кассета биотуалета Тетфорд. Выпускное отверстие от холодильника, который расположен здесь на кухне, подключение к сети 220 вольт и дверь у нас рассоединяется на две части, то есть можем закрыть только нижнюю или только верхнюю, как нам будет необходимо. Ну и, конечно же, у нас есть москитная сетка на двери. Спереди у нас багажное отделение, в котором расположились в том числе газовые баллоны, ну точнее место для их установки, два баллона по 22 литра и закрываются они вот таким вот кожухом. А справа мы видим странную зеленую панель, эта панель как раз таки предназначена для этих икеевских лотков, то есть эти икеевские лотки фиксируются вот в эти места, мы можем их тоже сюда докупить отдельно, переставить те из салона, как нам удобно комбинировать. А дырочки нужны, чтобы использовать такие резиночки и что-то фиксировать, какие-то грузы, если нам нужно. Например, вот такую кассету можно зафиксировать. С другой стороны, тоже есть такая панель, вот как раз к ней пристегнута кассета. Это ну, бак серой воды, 20-литровый. Вот максимум, что у нас есть для серой воды. Дальше у нас здесь рама и прицепное устройство от компании «Алка». В принципе, Адрия практически всегда использует эту раму. По левому борту, к сожалению, вам придется поверить мне на слово, прицепы стоят очень близко. Я постараюсь рассказать, что здесь. У нас спереди есть лючок,
через который мы можем получить доступ вот под, под кроватное пространство в передней части, как с улицы, так и внутри поднять кровать и заглянуть в этот багажник. Заливная горловина в бак, сказал, уже 50 литров. И сзади у нас три окна, на каждой из кроватей есть отдельное свое окошко. Айвива 563PT планировка. Мы сегодня с вами посмотрели. Напоминаю, это такой достаточно бюджетный вариант прицепа. И при этом, на мой личный взгляд, очень любопытная планировка. По традиции, пишите ваше мнение в комментариях. Если вы со мной не согласны, можем обсудить. Если согласны, поддержите меня. А также еще можно подписаться на канал и поставить колокольчик, чтобы не пропустить остальные наши выпуски из Дюссельдорфа с выставки «Караван-салон». Также у нас есть телеграм-канал «У яхты на колесах». Там можно задать какие-то вопросы, пожелания к следующим роликам, увидеть различные лайфхаки. Так что не забывайте подписываться. Меня зовут Антон. До новых встреч. Пока.